Здравствуйте. Как всегда, в это время выходим на старт дистанции. О главном в вологодском спорте за неделю смотрите прямо сейчас. Сегодня в программе. Раз в 4 года и царь пушка стреляет. Северсталь наконец обыграла Локомотив. Плей-оффный заряд такой был. Сегодня открыли, завтра закрыли. Когда можно будет покататься на коньках в новом ледовом дворце Вологды? Два игрока «Северстали» и два воспитанника Череповецкой школы хоккея приняли участие в звездном уикенде континентальной хоккейной лиги. И каждый в эти два дня отличился по-своему. Уже второй год подряд воспитанники Череповецкой школы хоккея представлены на матче звезд континентальной хоккейной лиги. В прошлом году это были Вадим Шибачев и Максим Чудинов. В этом году Игорь Скороходов и Дмитрий Кагарлицкий. Правда, в отличие от прошлого года, звездные череповчане выступают сейчас не за «Северсталь». Скороходов – лидер «Югры», а Кагарлицкий – новокузнецкого «Металлурга». Правда, после звездного уикенда он перебрался с Кузбасса в Донбасс. Оба форварда в матче сборных звезд Запада и Востока забросили по две шайбы, причем гол Дмитрия Кагарлицкого был признан одним из самых красивых. А в первый день уикенда Игорь Скороходов еще и сразился с Василием Кошечкиным в серии коротких буллитов. Забил один из четырех. «Северсталь» также была представлена двумя хоккеистами, пусть и не своими воспитанниками. Это вратарь Василий Кошечкин и защитник Александр Рязанцев. Василий попал под шквал атак в звездном матче и за пол игры пропустил их десяток. Любопытно, что вторым западным вратарем был Ростислав Стана, который еще в прошлом сезоне составлял пару голкиперов в «Северстали». В этом матче вместе они пропустили 18 шайб, а сборная Запада потерпела поражение со счетом 11-18. Александр Рязанцев второй год подряд выиграл конкурс на силу броска. На этот раз он запустил шайбу со скоростью 170 км в час. А вот побить свой прошлогодний рекорд 183,5 км в час не получилось даже в дополнительных попытках. В любом случае, он подтвердил неофициальное прозвище «Царь Пушка». В еще одном конкурсе по броскам на точность в парах Александр Рязанцев выступал вместе с Ильей Ковальчуком. Можно с уверенностью сказать, что именно эта пара игроков затмила все остальные. Не только забили больше всех голов, но и вдребезги расколошматили фанерную звезду, выполнявшую роль голкипера. Наш защитник и вовсе стрелял без промаха. Все броски Рязанцева легли в цель. Василий Кожечкин, дебютировавший в подобном мероприятии, принял участие в еще одном конкурсе, кроме буллитов – соревновании вратарей на меткость. Нужно было забросить шайбу из-за своих ворот в противоположные. Василий трижды промазал, лишний раз подтвердив, что специалисту по сухарям уметь забивать голы нет необходимости. В целом, победа в мастер-шоу осталась за командой Запада, цветы которой защищали наши хоккеисты. Президент КХЛ Александр Медведев сказал, что шестой матч звезд пройдет в одном из западных городов – Праге или Братиславе, а в 2015 году – в Омске. «Северсталь» впервые за 4 года смогла обыграть ярославский «Локомотив» в чемпионате КХЛ. Причем победа была одержана в гостях. Правда, спустя 5 дней ярославцы взяли реванш в Череповце. Это был третий матч этого сезона между этими командами. В двух первых «Локомотив» побеждал в сухую. На этот раз «Северстали» потребовалось всего 53 секунды, чтобы распечатать ворота ярославцев. Михаил Анисин выложил шайбу под бросок Александру Рязанцеву. Через мгновение вратарь «Локомотива» увидел хоккейный снаряд уже в своих воротах. Отыгрался «Локомотив» всего через 3 минуты. Шайба удачно отскочила Апалькову, и тот послал ее мимо Василия Кошечкина. Во втором периоде голевая атака удалась первому звену «Северстали». Вадим Шипачев пасом из-за ворот нашел Станислава Егоршева, бросок которого был неотразим. Свое минимальное преимущество в счете «Северсталь» смогла уберечь до конца встречи, а на последней минуте игры череповчане поразили еще и пустые ворота «Локомотива». Линус Видель установил окончательный счет встречи – 3-1, победа «Северстали». Две игры до этого проиграли в сухую, то есть был разговор. Благодарен ребятам, что настроились на игру. И в целом матч понравился на последние минуты. Накал держался, так что хорошая игра плей-оффного такого. Плей-оффный заряд такой был. Чтобы побеждать в любой лиге, нужно играть все 60 минут. Мы говорили ребятам, что игра по накалу будет как игра плей-офф, но несколько человек у нас сегодня нас не услышали, где-то не выполняли игровое задание, где-то теряли игроков, поэтому такой результат. Череповецкие болельщики ждали первого появления на череповецком льду после возвращения в «Северсталь» самого негабаритного игрока КХЛ Михаила Анисина и дождались. А вот второй новобранец клуба, швед Линус Виддель, заболел и на лед не вышел. Ну, очень приятно, что вернулся опять в большой хоккей после
таких. Передряг. Чувствую себя хорошо, но надо с каждой игрой прибавлять. Северсталь очень активно начала матч, однако ярославцы открыли счет первым же броском в створ ворот. Еще через 5 минут Локомотив подловил череповчан на смене, и Данила Пальков удвоил преимущество гостей. 2-0 по итогам первого периода. Вторая треть матча уже осталась за Северсталью. Сначала Михаил Онесин создал панику перед воротами Локомотива, чем воспользовался Петр Числава. Еще через минуту сольный проход Игната Земченко точным броском завершил Алексей Медведев. 2-2. Далее команды имели еще много возможностей отличиться, и однажды в третьем периоде шайба даже побывала в воротах гостей. Однако гол был незащитным, так как Вадим Шипачев слишком высоко поднял клюшку. Не изменился счет на табло и в овертайме. В булитных сериях Локомотив в этом сезоне еще ни разу не проигрывал. Победил и на этот раз. Для этого хватило одного точного броска Данила Опалькова. В итоге 2-3 поражение Северстали, которое тем не менее добавило череповчанам одно очко. Северсталь начала первый период жестко и вообще провела очень хорошую игру. Нам в первом периоде где-то немножко повезло, шайба отскочила в нашу сторону, мы забили два быстрых гола. И после этого перестали выполнять задания, потеряли концентрацию. И вообще нам сегодня повезло, что мы взяли два очка. Ну, старались, играли дома. Первый матч нашей домашней четырехигровой серии. Что-то получалось, что-то нет. Ну, в конце, наверное, могло получиться больше. Ну, что есть, то есть. Одно очко, рады этому тоже очку. После новогоднего перерыва возобновился чемпионат молодежной хоккейной лиги. В первых играх хоккеисты «Алмаза» поделили очки в матчах с лидером Западной конференции. В первой игре в Подмосковье с мытищинским «Атлантом» соперник взял верх со счетом 4-2. А на следующий день «Алмазу» удался реванш. Итог встречи 3-1 в пользу черепахчан. Через день хоккеисты «Алмаза» потерпели поражение от еще одной команды из лидирующей группы. В Балашихе череповецкая команда проиграла хоккейному клубу МВД со счетом 2-5. По шайбе «Алмаза» забросили Зайцев и Соколов. На следующий день череповчанам удалось также взять реванш. Правда, выиграть получилось только в серии послематчевых булитов. Итоговый счет 4-3 в пользу «Алмаза». Следующие поединки череповецкая молодежная команда проведет дома. В ближайшие выходные «Алмаз» будет принимать команду «Серебряные львы» из Санкт-Петербурга. «Металлург» практически лишился шансов на попадание в плей-офф. К тому же команда осталась без своих лидеров, которые отправились в более сильные клубы. Тем не менее, новокузнечане продолжают сражаться в каждом матче. Игра в Череповце не стала исключением. В первом периоде «Северсталь» имела существенное преимущество. Однако поразить ворота соперника удалось только раз. Никлас Бергфорс элегантно переправил шайбу в ворота. На второй минуте второго периода шайба снова оказалась в воротах «Металлурга». Помог рикошет, а гол был записан на имя Игната Земченко. Ну, на самом деле мы сыграли не совсем удачно, не так, как нас требовал тренер. Ну а заброшенная шайба, я даже не понял, в меня попала, а не в меня. Но это без разницы, главное, три очка нам сейчас очень были нужны сегодня. Два периода «Северстали» пришлось играть в три пятерки, так как травму получил Геннадий Столяров. За несколько минут до конца матча гости в большинстве один гол отыграли, что сделало концовку встречи достаточно нервной. Несмотря на это, победный счет «Северсталь» удержала и завоевала важные три очка. Ну, «Северсталь» показала неплохой хоккей. Мы тоже бились, старались, делали все возможное. Создали много, считаю, голевых моментов. Сами пропустили. Не обязательно два гола. Матч получился нервный. Забили эти два гола, но потом пошли удаления. Немножко все поломалось. Разговаривал с ребятами, нельзя удаляться. Но что-то не получается. Достучаться мне до них. Идут ненужные удаления в зоне атаки. Но в целом рады трем очкам. Нам они сейчас нужны. Готовимся к следующему матчу. А следующим соперником будет новосибирская «Сибирь», которой руководит бывший тренер «Северстали» Дмитрий Квартальнов. Так что интрига матча очевидна. Прямую трансляцию игры смотрите в субботу на 12 канале. Хоккейная «Северсталь» фактически на треть состоит из собственных воспитанников. Стоит ли ждать поддержки в этом вопросе из Вологды? Появятся ли когда-нибудь талантливые хоккеисты и в областной столице? Помочь в этом должен новый «Ледовый дворец». Впрочем, это сооружение после своего официального открытия тут же временно закрылось для любителей покататься на коньках. В каникулы стояли у катка, на каток вход был закрыт.
Дети это зеленое ограждение осаждали толпами, рассказывает Наталья, но внутрь на лед попадали единицы. Ледовый корт у 13-й школы в Заречье – излюбленное место отдыха для всех местных жителей. Но и в конце декабря, и во время каникул этот лед практически пустовал. Пару недель назад, без всяких объявлений, вход на каток сделали платным. Стоит женщина и предлагает, значит, приобретение на входе, открывая двери, дверь на замке, вход 50 рублей. Поначалу я говорю, что ну, это были факты по такому же корту на улице Беляева у 7-й школы. Ни о каких квитанциях речи даже не пришлось. То есть 50 рублей входите. Нет 50 рублей, до свидания. Впрочем, как поясняет Наталья, уже через пару дней на катке все-таки начали выдавать чеки. Как выяснилось, плату за посещение взимала детская спортивная школа, которая обслуживает в городе три такие площадки. Денег, которые выделяются из городского бюджета, на оплату воды и электричества учреждению не хватает. Потому массовое катание на трех кортах решено было сделать платным. Финансовая составляющая такая, что детская спортивная школа вынуждена зарабатывать какую-то хоть часть денег для того, чтобы компенсировать затраты коммунальных расходов. Платное время у нас определено только в праздничные были дни и выходные. Все остальное время площадка открыта, она предоставляется бесплатно. Это значит, что в любой будний день после 6 вечера на эти три площадки будут пускать всех желающих. По факту невыдачи чеков в городе пообещали провести проверку. И сейчас специалисты обсуждают возможность снижения возрастного ценза для посещения льда. Возможно, дети до 14 лет смогут кататься бесплатно. Остальным желающим сэкономить предлагают отдыхать на других городских дворовых площадках. Таких в городе залито уже 18. Правда, качество льда на некоторых из них оставляет желать лучшего. Если немножко, можно, где вода, там нельзя, там уже можно упасть. К примеру, во дворе на улице Гоголя без риска упасть можно кружить только на небольшом пятачке у ворот. Качество заливки на этом корте начальник управления физкультуры сегодня обещал проверить лично. Еще один объект, который вызывает вопросы у большинства волокжан, это новый ледовый дворец на улице Пугачева. Его торжественно открыли 28 декабря. А 29-го тех, кто пришел сюда оценить новый лед, внутрь уже не пустили. В тот день мы приняли несколько десятков звонков. Люди жаловались, что их буквально выгоняют из помещения. Как пояснили сегодня в городской администрации, пока лед действительно не готов к массовому катанию. Причина в холодильном оборудовании, которое пока не настроено. И занимаются в новом здании сейчас только старшие воспитанники секции фигурного катания. Тут даже тот момент нужно принять во внимание, что одно дело, когда занимается группа фигуристов, условно говоря, 10 человек плюс тренер, и другой момент, когда массово будет там 80, 100, 150, 200 человек заниматься. То есть это и уже другие параметры работы вентиляции, другие параметры работы осушителя. То есть все требует настройки. Оценить новый лед все желающие, по словам специалистов, смогут не раньше, чем через 1,5 месяца. Именно такие сроки обозначил глава города Евгений Шулепов. А пока всем желающим отдохнуть предлагается катание на главных городских площадках. На качество льда стадионов «Локомотив», «Витязь» и «Динамо» пока никто не жаловался. Волейболистки «Северстали» наконец закончили затяжную серию матчей на выезде. На своей площадке «Северсталь» не проведет ни одного матча за 2 месяца. А выезд настроение не улучшил, а вот турнирное положение сделал крайне тяжелым. После нескольких матчей «Северстали» подряд на выезде, первая восьмерка от нее удалилась. Но впереди еще 9 туров. Ключевыми, безусловно, станут матчи с главными конкурентами в борьбе за выживание. Одним из таких ключевых матчей был гостевой поединок с «Факелом» из Нового Уренгоя. Игра получилась очень упорной, и вновь в одной из партий череповчанкам не хватило совсем чуть-чуть. Они уступили 24-26. Один сет все-таки удалось выиграть, но в целом опять поражение 1-3. Сейчас в чемпионате наступил достаточно длительный перерыв. Есть время, чтобы забыть о неудачах, собраться мыслями и силами перед решающими сражениями. Из 9 оставшихся матчей «Северсталь» 6 проведет на своей площадке. И, конечно, ждет поддержки болельщиков. Психология в женском волейболе чуть ли не на первом плане в матчах на высшем уровне. Правда, с двумя главными конкурентами, Уфимочкой и Енисеем, придется биться на чужой территории. И на этом дистанция подошла к финишу. Снова встретимся через неделю в это же время. До встречи и будьте здоровы!